Добрий день, шановні телеглядачі. Телеканал відкритий. Продовжує свою роботу. І сьогодні спілкуємося з міським головою Кам'янського Андрієм Білоусовим. Про перемоги, невпинний рух вперед, боротьбу, тобто про спорт. Вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, про розвій спортивного життя у Кам'янському. Наша основна задача розвивати спортивне направлення по двом. по двум направлениям это создание необходимой инфраструктуры для занятия спортом и популяризация спорта то что касается инфраструктуры за последние четыре года сделано достаточно большой объем работ это и реконструкция нашего дворца тенниса СК Прометей это и реконструкция двух плавательных бассейнов мы продолжили строительство которое было заморожено еще в 2014 году нашей крупнейшей арены Евробаски то есть такого спортивного комплекса на сегодняшний день нет в области. Мы Построили с нуля спорткомплекс «Надея» на левом берегу, который включает в себя и футбольное поле, и волейбольное, и баскетбольное, и столы для занятия настольным теннисом, там и детская площадка, там и э, спортивная площадка. Также мы на сегодняшний день приступили к строительству спортивных комплексов в Карнауховке и возле здания 41-й школы. Мы установили большое количество спортивных площадок в наших дворах, в наших планах это также строительство. Но функционального спортивного комплекса на Черемушках мы хотели бы построить в городе ледовую арену, так как в городе на сегодняшний день отсутствует ледовая арена. Мы хотим построить профессиональное стрельбище, где также люди смогут заниматься профессионально стрельбой. То есть то, что касается инфраструктуры, сделан достаточно большой объем работы, и впереди мы также ставим перед собой большие планы для того, чтобы развивать спортивную инфраструктуру, чтобы она была представлена абсолютно во всех районах города, чтобы жители могли профессионально... і любительський, як хто вважає потрібним, займатися спортом. Пригадайте, як оновлювали спорткомплекс «Прометей». Так, Каже, там є унікальне покриття, і там вже не соромно приймати змагання міжнародного рівня. Завершили реконструювати перший етап, це непосередньо основне будинок дворця тенісу. Його непосередньо завершили реконструкцію. Ну, спорткомплекс «Прометей» достатньо великий, там є і футбольне поле, і велике, і мале. Там є ще адміністратив. здание где также занимаются спортсмены различных видов спорта эти стадионы также это здание мы также постепенно будем реконструировать и приводить в порядок у нас уже проходили змагания международного уровня, мы гордимся очень нашими командами баскетболистов также клубам Прометей, баскетбол клубом Прометей. Поэтому нам есть чем гордиться. Это и наши пловцы, это и наши тэквондисты, это и наши велоспортсмены, это и наши боксеры. И очень много у нас и чемпионов мира, и Европы, и области и Украины, которые занимают призовые места и которые представляют абсолютно разные виды спорта. Разі спортивну галузь країни реформують, і основне завдання профільного міністерства збільшити кількість людей, які займаються спортом. Як у Кам'янському справляються з цим завданням? наша основная задача — это создание условий для занятий спортом, и второе — это популяризация спорта. Проводим огромное количество всевозможных спортивных открытых мероприятий, куда может присоединиться любой человек любого возраста. Это и пробеги, это и велодни, это и всевозможные фестивали там, восточных единоборств, это и фестиваль силовых видов спорта. К нам уже несколько лет подряд приезжает Василий Веростюк, наш чемпион мира со своей командой. И также большое количество всевозможных мероприятий, которые проходят либо в помещениях, либо если это теплый период года на открытом воздухе, куда люди могут приходить, могут посмотреть, кто считает и кто может принять в этом участие. Это, конечно же, также популяризирует спорт и дает возможность, к примеру, людям, может быть, выбрать какой-то вид спорта, который бы человек хотел заниматься сам, либо выбрать этот вид спорта для занятия своим детям. Поэтому мы делали и все будем делать для развития спорта в нашем городе. А сколько в кам'янському спортсменов и какие на види спорту спорта найбільшою наибольшей популярности? Мы считаем, что порядка где-то 50 тысяч жителей нашего города так или иначе, там, пускай кто-то профессионально, кто-то любительски занимается спортом. Большое количество людей занимается тхэквондо, большое количество людей занимается боксом. Мы в этом году хотим начать плотно заниматься развитием футбола в нашем городе. На днях я встретился с одним человеком, который бизнесмен в нашем городе, достаточно известный. Он изъявил желание заняться развитием футбола в нашем городе. Мы понимаем, что профессиональное развитие любого спорта оно требует больших финансовых затрат. Сейчас он плотно начал встречаться с федерацией и там, представителями футбольной федерации нашего города. Я думаю, в течение где-то двух-трех дней он более плотно вникнет в это направление. Основное, что бы мы хотели, это, конечно же, создание и развитие нашей городской футбольной команды. У вас у самого досить напряженный ритм життя и работы. Скажите, чи якийсь вид спорту дарує вам ось це відчуття розслабленості? Може, ви свій день починаєте с пробіжки чи с басейну? Чем, можливо, это так свій день. Скажу вам честно: я принимаю активное участие во всех городских мероприятиях. И, и Мы там вместе и бежим, мы вместе и плывем, мы вместе и едем и на велосипедах, но в то же самое время я не могу особенно похвалиться тем, что много времени уделяют спорту, потому что у меня, к сожалению, нет такой возможности. Но когда у меня эта возможность появляется, я бывает просто хожу в бассейн для того, чтобы хотя бы час-полтора можно было позаниматься плаванием. Дякуємо вам за відверті відповіді і бажаємо кам'янчанам нових перемог, спортивних успіхів і нехай вони неодноразово підіймаються на п'єдестали великих змагань. Спасибо. Сегодня говорили з міським головою Кам'янського Андрієм Белоусовым про життя міста. Залишайтеся з відкритим і на все добре.